В Самарской филармонии стартовала продажа абонементов на новый концертный сезон. Отметили это событие большой ярмаркой для слушателей. Организовали целый музыкальный марафон в программе спектакля для детей и выступления коллективов филармонии. В Самарской филармонии «Аншлаг». Ярмарка продажи абонементов по традиции собрала в ее стенах сотни слушателей. И пока одни штурмуют кассы, другие наслаждаются бесплатными спектаклями и концертами. В этом году такой праздник музыки стартовал с большой кошачьей сказки. Подарок самым маленьким зрителям. И я с мечом люблю играть, и смотреть его весь голос песни распевать. И в новом концертном сезоне меломанам всех возрастов есть чему удивляться. 27 абонементов и больше 120 музыкальных программ на любой вкус. Это и цикл дирижирует маэстро Щербаков. Яркие концерты с участием выдающихся музыкантов. Вадим Руденко, Сергея Ралдугина, лауреата премии Грэмми Тьерри Эскеша. Самарцев также познакомят с азбукой джаза и современным дирижерским искусством. Среди новинок грядущего сезона «Диалоги об искусстве». Это проект Эрмитажа и Санкт-Петербургской филармонии. Каждый концерт сопровождается познавательной информацией от сотрудников музея. Мы почти каждый год увеличиваем количество абонементов. Это знакомство с новыми именами, с новыми композиторами, с новыми исполнителями. И когда мы бываем в Москве, идешь мимо концертного зала Чайковского, и, что называется, вижу родные, знакомые лица, потому что все то лучшее, что идет в Москве, за рубежом, как правило, бывает и у нас. Ярмарка – это не только возможность выгодно приобрести абонемент, но и целый марафон концертов. Помимо спектаклей для детей на сцене филармонии выступила органистка Людмила Камелина, ансамбль народных инструментов «Волга Фолк Бэнд», симфонический оркестр под управлением Михаила Щербакова. И не только. Благодарны организаторам за такую вот мощную организацию. Это, ну, дорогого стоит. Это же, ну, требует очень много времени, очень много сил. Низкий поклон тем, кто это организует. Приобрести абонементы можно в Самарской филармонии, на ее официальном сайте и в концертных кассах города. Мария Акимова, Тимур Набиев, Новости губернии.